девизом самый чувственный, самый нежный, самый чистый – это мускус фрезия. Тоже его обожают. В чем его прелесть? Во-первых, он дает индивидуальное звучание для каждого человека. Аромат построен вокруг цветка хлопка с добавлением мускуса и нот малины. Он такой чистый катон. Вообще мускус, когда доминирует, особенно в банной линии, вот если мы говорим о мускус фрезии как банной линии, гель для душа и крем для тела, то в геле для душа это ощущение чистой кожи. Идеально чистой кожи, вот аромат чистой кожи после душа. И гели для душа у нас мускус фрезия просто партиями раскупают, потому что берут для всей семьи, потому что действительно невероятное вот ощущение чистоты, особенно на лето. И опять-таки он по звучанию очень чувственный, очень нежный. Листья малины, альдегиды, то есть яркое звучание, пион, фрезия, цикламен, белая кожа, тиковое дерево и мускус. Ну, тут в пирамиде не указан еще хлопковый цветок.